Ребятушки, всем привет! Сегодня буду готовить простое, но очень вкусное блюдо, которое называется мясо по-царски. Мне товарищ подсказал, такой, вот я попробовал, приготовил очень вкусно. Готовится легко, готовится быстро. Что для этого понадобится? Ну, вот так вот. Так, сейчас. Казан, ребят. Можно его, блин, на костре готовить, ну просто долго будет. Мясо, ребят, у меня мясо тут в морозилке было немножко карбоната свинины. Потом шейка, курица, там немножко говядины, ребят. Лука, ребят, лука много. Вот столько лука. Это зеленое, это все в конце будет добавляться. И масло сливочное. Ребят, сейчас начнем готовить. Сначала, ребята, вот когда мы ставим, сначала режем, ребята, мясо. Берем ножичек. Берем мясо, ребят. Мясо режем довольно-таки. Видно, не видно. Вот так. Довольно-таки кусочками, ребят. Ну, не маленькими. Это вот такими кусочками. Укладываем на дно казана. Так. Доску поставим. Хотя можно не паской, все равно все будет готовиться после курицы. Ребята, вот так вот получилось. Все ровненько уклал. Сейчас будем резать, ребята, лук. От нас задача нарезать лук. Выбирайте, как вы хотите резать, как вы его кушаете. Можете мелко, можете не мелко. Я так вот так. У нас тут задача, ребят, покрыть мясо луком. Несколько слоев, чтобы был хороший слой такой. То есть, как бы, сок будет луковый. Со временем даст он. И будет томиться мясо. За 2,5 часа живет лук. Если кто не любит, там лук, и вы его даже чувствовать не будете. Лук дорезаем, последняя головка осталась. Ох, ребятушки, лук ядреный, бляха муха. Слезы идут. Ох, ребят. Так, хорошо. Размазываем. Разлаживаем. То есть. Все. Такую шубу сделали из лука, ребят. Мясо закрыли. Разложили. Ребят, берем масло сливочное. Наверное, чуть больше. Так вот, половину возьмем. Можешь еще добавить. Ох, 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 ох. Масло растаяло. Наверное, всю пачку сделаем, ребят. Так, кусочками. Нарезаем масло, блин. Растаяло, ну ничего страшного. Опа. Давай уж все. Как говорится, мясо маслом не испортишь. Так, ребят,
мясо у нас 2 килограмма. Добавляем воды. Ребят, ну, я думаю, наверное, 200 грамм хватит. Ну, стаканчик. Стакан воды, ребят. Заливаем. Все, больше ничего не надо. Закрываем крышкой, ребят. Закрываем крышкой. Ставим на большой огонь. Как только мы услышим такое пошкваркивание, ставим на маленький огонь, ребят. И все, и час томится. Ничего не мешаем, не солим, ребят. Все солить будем, все потом, через час. Включаем на большой огонь. Все. Как только услышите такое, как бурлиднее, маленький огонь и час томится, ребят. Все, а я пока приберусь, успею прибраться. Ребят, ну все, вот такое бурление началось. Убавляем огонь вообще на минимум. Ну все, ждем час, через час включимся и увидимся. Друзья, прошел ровно час. У вас вот такое получается. Вот, ничего не мешали, ничего. Так, у нас получается 2 килограмма мяса. Ну и там лука. В общем, где-то получается около 3 килограмм, ребят. Значит, 2,5 ложки соли, ребят. Потому что будем еще бульончик добавлять. А так на килограмм, ребят, чайная ложка соли всегда. Так, две. Ребят, ничего не мешаем. Просто солим. Еще половиночку берем. Так. Чеснок, ребятушки. Пыль чеснока. Запах вообще обалденный такой стоит. Этот грибной бульончик, глина банка, ребята. А, грибами как. Запах такой. Вот так его. Поломаем. Приправа, ребят, для баранины я взял. Намолол ее. Перец черный. Ну, там все по вкусу, ребят. Как хотите, так только добавляйте. Ну и все. Закрываем, друзья мои. Закрываем на 1,5 часа. Все, 1,5 часа у нас будет еще томиться. Потом перемешаем все. Выключаем. Лук с укропом. И вот сейчас, ребята, надо перемешивать. Сейчас перемешаем все. Смотрите, ребята, какая красота. Ух, красота. Сейчас перемешаем. Запах, друзья мои, вообще капец. Все хорошо перемешали. А, смотри, как красота. Закрываем, минут 5 настаивается и будем кушать. Пришел тут момент. А, какая красота. Говядинка со свининкой. Покладу. Ой. Курочка прям разломывается. Ребятушка у меня уже плачет. По-быстренькому. Запах вообще. Естественно, под лодочку, ребят.
тут же не под пиво. Водочка холодненькая. Мяско горяченькое. А, смотрите, ребят, как все разваливается. Смотрите, свининка. Ох, говядина. Ой-ой-ой. Закусим курочку. Лепешка. Лепешка, ребят. Вот так вот макать. Никакого не надо там всякого гарнира. Вот так вот. Всем приятного аппетита, ребята. Попробуйте, еще раз говорю, попробуйте раз так приготовить, и больше по-другому никак не будете готовить, только так. Вообще, шикардос. Всем приятного аппетита. Спасибо, что смотрите. Ah.